суровый край, где властвуют морозы, а летом зной и комары. Синят люди, идут обозы от моря до самой Колымы. Они идут по кочкам и болотам, бывает, речки переходят вброд. Что поделаешь, такая уж работа, и на лице всегда бывает пот. Пасут стада и днем, и ночью, под дождь, жара и пурга. А тундра ни курорт, ни Сочи не выжить людям без труда. Им жить приятно на природе, для них он лучший материк. Каждого из них в пустом народе зовут коротким словом тундровик. Такое стихотворение написал Иван Слепцов, оленевод более чем с 30-летним стажем работы. Сам он чукча по национальности, поэтому и тундра, и олени – это его стихия. Наконец-то и наша творческая группа приобщилась к этой земле, халарчинской тундре, к стойбищу Галявина, где обычно проходит караль. А путь сюда был достаточно долог и непрост. Выехав с утра, мы до места добрались только вечером. А поскольку во время командировки каждая минута дорога, то мы сразу же принялись за работу. Тем более, что все работники были в своих ярангах. И первый, с кем мы познакомились, был Алексей Николаевич Кемлиль, один из старейших оленеводов, в памяти которого таких корализаций было множество. Я родился в халарчинской тундре, и в районе Коньковой. Вот у нас местность такая называется здесь. И родители мои тоже уроженцы этих мест. А мать моя с Андрушкинской стороны. Отец-то здесь, здешний чукча. Мать Аленка. Ну, я считаю себя чукчем. Да, и свой язык-то я знаю. После 8 класса я уехал в стадо, почти 2 года поработал и по направлению уехал учиться в Архангельскую область, город Нарьян-Мар, ненецкий городок. Отучился 4 года. В 72-м году я приехал как специалист уже. И поставили меня как заведующим 500. С тех пор он проработал в оленеводстве 50 лет и как специалист знает все тонкости караля. Кораль делается для того, чтобы отбивать, которые не выживут, может, еще отбиваем на забой, которые больные, и просчет итоги, сколько потеряно. Сколько затравили, там все выясняется. Весенний кораль делается. Отбиваем от маточного поголовья нематочное. Молодняк прошлогодний. Молодняк и неплодовая часть. Одних важных только в одну сторону. Подготовка к очелу. А очел это самый такой мероприятие, которое важное тоже, немаловажное. То, как очел проведешь, и столько и получишь тебя. Вот. Это многое зависит от людей, конечно. Как работали, как поработали. Вот. Как по-нашему говорят, человеческий фактор. Весенний вот кораль, подготовка к летовке, графики, там маршруты, все там уточняется. Я летом я не бываю, я только вот сейчас вот по коралям поехал, меня попросили поехать. А так я зимую в стаде, вот в одном стаде, как наставник. В этом году мы поехали. Самые дальние это Николаевская, западная стада наша. И провели там
три дня, то уже два стада там, 3-4 дня в общем где-то ушло. Ага. И мы переехали на Келику, там провели кораль, одно стадо, и мы сюда переехали. Да, это третий кораль. Мы поинтересовались, что же он думает о современном состоянии оленеводства и о профессии оленевода в настоящее время. Я заметил, только этими телевизорами, да этими занимаются. Вот это вот мешает, мне кажется. Раньше вот старики говорили, когда газету привозили, да, почта, и говорили, что, мол, эта газета мешает, люди это читают, что. Газету бросайте, работать надо. Вот увлекались газетами тогда. А теперь телефоны. Слишком много телефонов, просто у всех, у каждого почти. Я вот хожу по стаде летом, домой прихожу, все занимаются то ли кроссвордами, то этими телефонами играют там, то ли телевизор смотрят, ноутбук. Сначала сделай дело, потом уже, если свободный. А дежурный, или там ты на вахте, там где, ты вообще не должен ничего делать, только остаться дома. Мы же кочуем. Нарты иногда не хватает. В свободное время оленей обучают. Обучали. Вот. Чтобы кочевать легче было. Вот. И... Нарты ремонтируем, чауты делаем, уздечки поправляем, все. Всегда найдешь, чем заняться. В свободное время по хозяйству занимаешься. Обязательно каждый пастух. Оленевод должен дровами, водой снабжать, чтобы чумработница, чтобы могла сварить. И главное, чтобы они были, оленеводы, чтобы были сыты. Для этого. Вот в эту пору, например, рыбалкой занимаюсь, для того, чтобы поменьше забивать оленей, рыбу тоже добавляют. Вот. Рыбачишь, тоже на стол. А вот тогда лимит был тоже на мясо в стадах. Столько, сколько-то там положено. 500 килограмм, 1000 килограмм. Каждое стадо по-разному. И вот и рассчитываешь на это, чтобы много не забивать, потому что там платили за это. Занимались рыбалкой. Да, занимались рыбалкой. Там платили, дорого было. Мясо-то даже тоже оленеводу платили. Время летит быстро, и вот наступает утро. А утро в тундре прекрасно, когда восходящее солнце заливает все безбрежное пространство своим светом. И такая эта картина, что аж дух захватывает. Такой чудесный момент можно помнить всю жизнь. Кстати, именно утром наступила самая ответственная часть корализации, самый волнительный миг, который и стар, и млад ждут, затаив дыхание. И вот он настал, час икс, загон оленей в кораль. И мы, впервые участвующие в этом действии, просто поражены. Это такое захватывающее зрелище, когда бежит живое море, другого слова и не подберешь. И чувствуешь гордость за тех, кто бережет такое богатство. И один из них – председатель кочевой родовой общины Турваурген Евгений Антоев. Хотя сам он родом из Таттинского улуса, но дело свое любит. Ведь не зря эта община – одна из передовых республики. Мы сегодня загнали вот это стадо номер 8. Здесь 1000 голов. У нас 6 бригад всего. Ну вот это 4-я бригада у нас. Еще 2 осталось. Сегодня вот 1000 только голов загнали. Обычно мы делим. У нас стада около 3000 вот на западных. Мы их по 2 дня делаем. И завтра будем тоже половину стада загонивать, 7-я бригада. У нас вот рабочая камера вот называется, там в основном идут зоотехнические и ветеринарные мероприятия. Мы там отделяем выбраков, кто на выбраковку, а кто в основное стадо. И мы на зиму формируем уже структуру стада, чтобы, ну,
по плановой обработке, чтобы у нас было. Маточное поголовье должно у нас 50% или 55%. И на хоров вот мы считаем, сколько. На одного хора у нас приходит, мы считаем, 15-20. Ну, 15 важных мы берем. Из этого числа рассчитываем. Ну, еще тут у нас идет оздоровление от бруцеллеза. Каждый год у нас берут кровь на бруцеллез исследуют. Около 5-7 тысяч иногда берут. Взрослое поголовье в основном берут. И молодняк у нас вакцинирует бруцеллезом в основном. И подкожный овод идет обработка здесь сейчас тоже. У нас в общине очень сложная ситуация, можно так сказать, насчет кадра. Кадров у нас нету, не хватает. Молодежь не идет на эту работу, огневод. Они хотят сидеть. Ну, поселки цивилизации. Ну, у нас остались вот истинные оленеводы у нас, можно сказать так, остались только. У нас по 3, по 4 пастуха бригада. Ну, и на летнее время у нас очень хорошо школьники помогают на литовке. Им хочу сказать большое спасибо. Ну вот, на Карале тоже вот с нами постоянно ездят школьники. И вот культура, агитбригада вот у нас. Они с советских времен здесь сохранили все это. Концерты ставят после Караля, дискотеки, кино показывает. Ну, досуг делает. Ну, основная проблема у нас вот это, я как говорил уже, кадры у нас самые больной. Вот. Ну и заработную плату надо достойно сделать оленевода. Тогда, наверное, народ потянется. Имидж надо поднять оленевода. Статус. Тут все знают, кто и чем должен заниматься. Никого не нужно подгонять. Занимаемся и мы своей работой, выискивая интересные моменты. Поэтому сразу же обратили внимание на женщину, которая пристально смотрит вслед убегающим оленям, и заинтересовались ею. Я являюсь главой муниципального образования Халарчинский наслег. Вот перед вами Халарчинская тундра, населенный пункт село Калымское, место компактного проживания малочисленных народов севера, основное которое 496 человек составляют у нас чукчи. А так население у нас, поселение насчитывается 801 человек. 227 у нас детей. У нас функционирует 16 организаций, основная организация из которых, вот перед вами, это головное предприятие нашего наслега, это община Турваурген. У нас очень проблематичное село, арктическое село, отдаленное и с очень тяжелой транспортной схемой. Но, тем не менее, очень радует то, что наша община является передовым предприятием нашей республики Саха-Якутия. И наши вот коренные малочисленные народы сумели сохранить традиции, передают их по наследству, сохранили оленеводство. Село Калымское – благоустроенное село. Имеем двухэтажные дома. Основной проблемой, как и по всей Арктике, является не только тяжелая транспортная схема доставки грузов, но и основное, что у нас очень проблематично в сфере ЖКХ. Потому что все, что было за эти 20 лет, оно у нас как бы уже износилось. Большой износ, почти под 80% этого коллекторской системы, теплосетей. С этим поднятием ЖЭУ, как говорится, решатся все проблемы. Если у нас головное предприятие оленеводства вот работает более стабильно, то очень хочется, чтобы оленеводы приезжали нам на свое поселение и смогли отдохнуть как можно больше и могли получить все блага цивилизации. Ну, тем более, что они вот кочуют, как вы знаете, почти по 7-8 месяцев. Ну и у нас еще очень большая проблема в том, что у нас нет дома культур. Он построен в 56-м году. В нашем селе спортивный комплекс вот, арочного типа должен был построиться. Но на сегодняшний день этот вопрос, хотя проектная документация готова, но все упирается в транспортные расходы. На этот год мы провели очень большой комплекс работ по благоустройству села. Мы завезли тренажеры спортивные, мы завезли детские площадки, мы завезли небольшое количество стройматериала. Мы полностью заменяем поселки уличное освещение на энергосберегающие. Стоит вопрос на следующий год строительства новой
котельной часть груза уже завезена. И вот если мы решим вопрос о строительстве нашего многострадального дома культуры, я думаю, что очень сдвинется это с места. Школа у нас национальная, имени Таврата. Там преподают юкагирский, чукотский языки. Вот видите, оленеводство, рыболовство преподается, традиционные отрасли преподаются. Поэтому в нашем наследии вот традиции передаются, это очень хорошо. Теперь я в своем родном поселении и решила вот здесь уже поднять свое родное село, как бы говоря, как поднимала оленеводство нашей республики. И я очень рада тому, что все-таки моя судьба связана с оленеводством постоянно. А командует парадом, то есть королизацией, Петр Каургин, главный зоотехник общины Труваургин. Он представитель большого оленеводческого клана Каургиных-Гарулиных, известного во всей Нижней Колыме. Если по просчету, вот как летний был у них просчет, 1600, так и осталось практически. Ну, сейчас на данное время у нас идет интервизация, просчет оленей. Вот, и ветеринарная работа вот, против бруцеллеза, вакцинацию и прочих оводов подкожные. Вот. И тут сразу у нас тут два раскола есть. Вот. Ну, так-то у нас 4 раскола работают. Там идет сразу выбраковочный отдел, который зиму не прозимует. А вот эти два раскола у нас рабочие, основные. Вот. 100 голов мы заганиваем. После этого у нас лаборатория. Их проверит. То положительную реакцию сразу выбраковку делаем. После интервизации у нас еще одно мероприятие большое там намечается. Через недельку. Это забой будет. Забой. Ну, в этом году мы опять планировали 1700-1200 мы отдали новую родовую общину Гульдикан. Вот. Это с западной стороны уже. Стабильно держится. Вот. Вот. Летний период у нас 15,5 до 16 но раз бывает. Вот. На зимний период мы на 11 200-300 так вот. Ну, стабильно так и держится по голове. Сами родовые тут у нас как бы каждая бригада, как семейные кланы. Вот. Западные вот со второй бригады, вот, семья Егловских, с третьей бригады, семья Оттох, с четвертой бригады там, семья Дичковых, с седьмой бригады семья Каургина, восьмой бригада тут Волковых. У нас 6 бригад. Деловой выход у нас, как рождаем с молодняка, в этом году составил у нас почти 75%. Ну, нормально, хорошо. Вот. Но, тем не менее, вот все равно летом у нас, весной во время начала, конечно, нашествие волков было. У нас на данное время с октября по декабрь, в этом году мы добыли 43 головы волков вот, снегоходами, буранами до леса. Вот, как в лес заходим, перед тем, как в лес. Ну, вот добыли 43 голов волков. Вот на снегоходах сдаем. У нас сдаточные, вот, если вот каждая бригада добывает, 20 тысяч наличными оплачиваем. У нас и рыболовические, там есть отдельные рыбаки. У нас общее все. Подлетка заканчивается. Некоторые рыбаки идут к нам по оленеводству опять подработать. Вот так вот. В этом году ново создался комитет Тарчики. Вот. Я думаю, что этот комитет, он более так вот будет. Компактный с оленеводами, с рыбаками и охотниками. Работа в таком напряженном ритме продолжалась до самого обеда. Когда был объявлен перерыв, все расслабились, разбрелись по своим жилищам, чтобы подкрепиться и продолжить работу. А мы же увидели двух мужчин, блаженно разлегшихся прямо на снегу. Подошли к ним, и не зря. Один из них и оказался Иваном Слепцовым, со стихотворения которого и началась наша передача. Нелегкий труд оленевода дает ему полет творческой фантазии, пробуждает мысли, которые сами собой складываются в стихотворные строчки. Раньше, когда на стадии работал, потом меня взяли туда, в Колымское, в ансамбле я в Ярари играл, вокальный инструментальный ансамбль еще тогда. Ну, там значит, играл. Тогда музыкой-то давно уже увлекаетесь. Потом после этого опять в стадию перешел. Здесь жена у меня, дочка и вот внучка. Я когда-то жене своей Кате песенку там придумал, пел ей все время эту песенку. Немножко она такая грустная. Ну давайте.
Не ускат кает, котлота усоргун. Эгнукагум тосваргун. Мангитен мингри, тиргирнан токен. Мингри тнечамкан но маргун. Кеттигмакгам нинегеркай, кеттигм нинегай сигату, эгнуквиер гнкваркан. Нур бен ёсок бенгу ланусгул. Какая песенка? Жена моя уехала, и... но я один остался, и вот скучал по ней. Я как бы быстрее приезжай, без тебя мне плохо, скучаю. Вот, встретить с тобой рассвет, цветочки как утром это согревается, посмотреть. Ну, об этом песенка. Я когда в тундре начал работать там, ну, тогда пастухи были в стадии. Сейчас уже меньше стало, старики были, ну и что-то посмотрел, молодежь не очень стала в тундре работать, ну, желать, ну, лучше, конечно, где цивилизация, туда стали, отток пошел, ну, и в основном остались тут в тундре пастухи, которые раньше, в советское время работали, они вот там. А молодежь стала уходить, потом вот, стихотворение написала. Хоть холодно, хоть на морозе, живем на минимуме благ, зато всегда мы на природе. Кто скажет, что это не так? Но все сильнее поселок манит, где танцы, видео, кино. Иной раз кто-то скажет, хватит, иду в поселок, вот и все. Уходят чаще молодые, совсем не думая о том, забыв традиции родные, не возродить потом, что потеряют свежий воздух, забудет свой родной язык, поймут, но видно будет поздно, судьба поставит свой ярлык. Кто после них детей научит всему, что знают старики, чего умеют, кто получит ушедших предков наук. Познакомившись с теми, кто здесь живет и работает, мы поняли, что будет тундра вечно молодой, если в ней олени будут жить. И пусть так и будет всегда.